После каникул в честь образования КНР в последний день золотой недели домой в разные части страны возвращаются сотни миллионов человек. Гигантская пробка образовалась на въезде в Пекин, когда закончился бесплатный проезд по скоростным автодорогам. Половина населения страны использует эти каникулы, чтобы навестить родных и друзей. Они стремятся использовать выходную неделю до последнего, поэтому в Пекине и образовалась автомобильная пробка. Поток машин растянулся на много километров на скоростной дороге Пекин-Гонконг-Макао.